19 августа 2024 года мы находимся в магазине «Территория кофе», и сегодня начал полноценно работать выставка кофемашин «Конти». И сегодня мы встретили на этой выставке первых двух прекрасных посетительниц. Здравствуйте, девушки. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Меня зовут Наталья. Ольга и Наталья, вот вы сегодня пришли сюда, в этот замечательный зал, где стоят кофемашины. И что у вас, какие ассоциации, какие эмоции? Слушайте, эмоции самые положительные. Смотришь на это разнообразие машин, красивых, потрясающих, хромированных. Фактически выглядит, по-моему, как космический корабль. Наталья, а что вы скажете, какой у вас эмоция? Восток. Много огоньков. Снова почти как. Я люблю все. Здесь можно потрогать. Здесь даже показывают. Вот мне кажется, мы превышаем скорость. Да, да. Столько кнопочек, столько всего можно настроить. Ждем. Где тот главный специалист по Конти, который сейчас придет и все расскажет? Может быть, надо покричать? Конти! 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 Конти, 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 вот он пришел, главный специалист по Конти, Сергей, привет. Представитель Конти здесь. Ну что, мы несколько дней ведем эту работу, и сегодня мы на 99% ее совершили. У нас есть первые посетители, наши прекрасные любимые дамы, да. Наталья и Ольга. В нашем вновь открытом шоу-руме кофемашин Конти в магазине «Территория кофе». Что здесь, расскажи, представлено? Здесь у нас представлен наш ассортимент. Это прекрасные машины производства фабрики Конти, расположенные в городе Монте-Карло. Это княжество Монако, в самом сердце Европы. У нас здесь представлены двухгруппные модели. Профессиональный на любой вкус, от самой простой и недорогой модель CC100 Compact до нашей гордости космического корабля под названием Конти Монте-Карло. Супер, отлично. Ну что, всех ждем в выставочном зале магазина «Территория кофе». Девушки вот ждут, никуда не уйдут. Приходите, здесь очень классно. Очень скоро. Приходите, будет интересно. Очень скоро мы планируем здесь сделать маленькую тусовку, дискотеку. Дискотеку? Да. И поварим кофе. И поварим кофе. И попьем вкусный напиток из Монако.